Малый Санзянский туннель. Вот, по дороге в городок с названием не помню, а каким. Гуйлин, по-моему. Да, мы едем в Гуйлин. Вот, мы проехали один единственный туннель пока что. Вот, сколько ездим по этим горам, сопкам и долам, а вот пока один всего. Вот так вот. Скоро, я думаю, трасса будет платной, потому что там метров 500 назад был гейт такой, но еще не работающий. Вот, так что нам повезло, что мы пока еще вот едем по таким вот местам диким, непроезженным.